Руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев навестил и поздравил с 8 марта героя социалистического труда Зою Загороднюю. Много лет Зоя Георгиевна работала дояркой на центральной ферме опытно-производственного хозяйства «Немчиновка-3». «Сейчас ей 81 год», – рассказал депутат. «Она очень активно интересуется жизнью страны и Одинцовского округа». Женщине вручили цветы и подарки.